Сердце православной Руси. Троица Сергиева Лавра. Почти 7 веков стоит эта духовная твердыня. Славный монастырь Московской Руси. Кажется, время невластно над этой сокровищницей веры. На протяжении столетий сохраняющее неветшающее, неоскудевающее богатство православной веры. В этой святой обители с 1814 года находится и старейшее учебное заведение России – Московская духовная академия, альма-матер Московского университета. В годину испытаний нашествия 12 языков наполеоновских полчищ Москва была сожжена и разграблена иноверными завоевателями. В 1814 году Московская духовная академия обосновалась в стенах Троицы Сергиевой Лавры. Обитель Сергиева стала покровительницей русского богословия. Духовная академия обладает богатейшими собраниями церковных древностей, бесценных для каждого христианина. Пройдем и мы вместе со студентами московских духовных школ по залам церковно-археологического кабинета, где, как величайшая святыня, хранятся духовные сокровища, свидетельствующие о спасительной вере и долгом историческом пути, пройденном Церковью Христовой. Ступени белого мрамора ведут в академический храм, освященный в честь покрова Пресвятой Богородицы. Символично, что только через храм открывается паломнику доступ к собранию церковно-археологического кабинета Московской духовной академии. Залы анфилат в здании царских чертогов хранят бесценные, не экспонаты, реликвии, впечатляющие целые эпохи в жизни церкви. Церковно-археологический кабинет был воссоздан в 1951 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия I. Теперь это самая знаменитая студенческая аудитория, в которой студенты московских духовных школ изучают смысл и историю церковного искусства. Это одна из древнейших икон не только на Руси. Сей образ Пресвятой Богородицы очень древний. Перед нами одна из немногих икон, сохранившихся от эпохи иконоборчества. Икона была написана не позже IX века. На ней следы того времени, когда над Византией разразилось страшное бедствие, смута иконоборчества, продолжавшееся почти 2 столетия. Лев Исаврянин, силой восхитивший власть в империи, запретил под угрозой жестоких прещений почитание святых икон. Монастыри, оплоты благочестия, не покорившиеся неправедному велению, разрушали. Иконы предавали огню, императорские законы предписывали уничтожать священные изображения Христа, Богоматери, святых. Но Бог поругаем не бывает, истина восторжествовала. Эпохи Византии, Второго Рима, созданного Константином Великим, предшествовали почти 3 века кровавых гонений. Об этом тоже рассказывает собрание церковно-археологического кабинета, особое внимание уделяя римским катакомбам. Здесь, во времена императоров-язычников, в сумраке сокровенных убежищ собирались христиане для совершения богослужений и молитв. Здесь они скрывались от жестоких преследователей. На все времена
Эпоха первенствующей церкви, украшенная бесчисленным сонмом мучеников и исповедников Христовых, стала символом торжества веры, непоколебимого мужества и верности Богу. Языческий Рим, вожделевавший хлеба и зрелищ, устраивал кровавые празднества, предавая на растерзание диким зверям христиан, единственным обвинением против которых было исповедание ими истинного Бога в Троице славимого и пришедшего в мир Мессии Христа, Спасителя рода человеческого. Каждый город империи имел амфитеатр, на арене которого сражались гладиаторы и умирали христиане. Но самый грандиозный амфитеатр находился в Риме. Это Колизей, построенный в 80-м году от Рождества Христова императором Трояном, в самом центре Вечного Города, на месте, где некогда был дворец Нерона, жесточайшего тирана, устраивавшего ночные празднества в вакханалии и пиры в садах, окружавших дворец. При этом Нерон повелевал освещать оргии особыми факелами. Этими факелами служили христиане. Под ареной Колизея находились клетки с дикими зверями, которых привозили из далекой Африки, чтобы устраивать грандиозные кровавые спектакли. Трибуны Колизея вмещали более 60 тысяч зрителей, бесновался плебс. Почетные места занимали сенаторы и знатные граждане. Сам император подавал знак, и кровавое действие начиналось. Тяжелые решетки поднимались. На трибунах раздавался клич. Римская чернь вопила, сотрясая воздух. Христиан ко львам. Таков был Рим. Такова была его цивилизация. И этому неистовству противостало христианство. Кровавые зрелища были средоточием жизни Рима. Гладиаторские бои, несомненно, имели религиозную суть. Театрализованные представления, где главным действующим лицом был сам Рим, с такой страстностью жаждал хлеба и зрелищ, как будто от этого зависела судьба государства. Точно таким же образом религиозный смысл имели празднества Рима, собиравшие весь народ. Конские ристалища, гонки на колесницах. Очевидно, трудно было сопротивляться зачаровывающему зрелищу, в которое были вовлечены десятки тысяч людей. Блаженный Августин, обличавший языческие нравы, рассказал о том, что как-то ему удалось убедить одного молодого человека по имени Оливий в том, что такого рода публичные зрелища представляют собой выражение самых низменных инстинктов толпы, уничижают достоинство человеческой личности и немало не способствуют общественному благоденствию. В один из дней юноша встретил своих друзей, которые убедили его пойти на состязание. Оливий сидел, зажмурившись. Но вот толпа взорвалась криками. Всеобщий рев тысяч зрителей сотряс ристалище. И Оливий просто не сдержался от соблазна взглянуть на происходившее. И как только он открыл глаза, сообщает блаженный Августин, закрыть их он уже не смог, будучи увлечен зрелищем. Рим строил свою государственность на основаниях земной власти и силы. Неистовству языческих страстей и жестокости противостало христианство. Оно было совершенно чуждо его культуре, его верованиям, смыслу бытия этого языческого государства. Главный театр смерти Рима, Колизей, стал местом мученической кончины тысяч и тысяч христиан. Церковь ушла в катакомбы. В римских катакомбах
погребено множество христиан, потому что законы языческой империи преследовали даже тех, кто был замечен в предании бренных останков исповедников веры земле по христианскому обряду. Именно поэтому, вследствие жесточайших гонений, раннехристианское искусство имеет символический характер. Для преследователей смысл этих изображений был сокрыт. Даже попадая в катакомбы, язычники не понимали, что означают надписи, фрески, священные предметы. Например, древний светильник в форме корабля. Он символизировал Церковь Христову. Через нее посылается в мир свет Христового учения, свет, просвещающий всех и возжигающий в сердцах огонь веры. Преследователи видели доброго пастыря, но не разумели, что этот образ, известный с глубокой античности, в христианстве стал символизировать Спасителя, собирающего заблудшие души и указующего им путь к Богу. Первые века существования христианской церкви отмечены печатью жесточайших гонений. Что могли противопоставить христиане силе и власти римского императора, который требовал от жителей государства божеских почестей? Только веру, только терпение, препобеждающее скорби, только смиренную любовь к Богу. И это духовное оружие превозмогло ярость язычников. Да, церковь ушла в катакомбы. Сокровище веры было как бы сокрыто в недрах земли, дабы это богатство не оказалось поругаемо и осквернено. Но страдания исповедников и кровь мучеников оказались залогом победы. Христиане собирались в катакомбах каждый воскресный день, празднуя победу Христа над смертью, грехом, человеческой неправдой и дьяволом. Подземные убежища уверовавших во Христа появились вследствие того, что под Римом издревле велись разработки туфа, широко применявшегося римлянами в строительстве зданий. Старые шурфы и туннели, связующие подземные разработки каменотесов в единую систему подземелья, стали в эпоху гонений настоящим подземным городом. Наследие тех веков – христианское искусство, удивительные памятники которого сохранились не только в Риме. Эти мозаичные изображения переносят нас в те отдаленные времена, которые предшествовали крещению Руси, Херсонес. Хлебы в евхаристической чаше – символ спасительного боговоплощения. Мозаичный крест, вписанный в круг, знаменует торжествующую любовь к людям Бога-человека Христа. Любовь, преображающую тварный мир, премудро устроенный Творцом. В раннехристианском искусстве цвет столь же важен, как и форма. Золото символизирует божество, совершенное, неумоляемое благо, источник жизни, непорочную святость. Красный цвет – знамение того, что Бог воплотился. Мессия Христос пришел, дабы просветить светом спасительные веры сердца людей. Этот нетварный свет в сиянии белой мозаики. Мозаичный ковер поистине прекрасен. Это шедевр искусства. Но самое главное,
заключается в том тайном смысле, которым исполнен каждый узор, каждый камешек мозаики, сплетающийся в священные письмена красок и символов. Птица — образ человеческой души, но в раннехристианском искусстве эта птица, павлин, символизирует Христа. В уничижении плоти, претерпевшей крестные муки, сокрывшего неописуемое богатство горнего царства. Птица на лозе — человеческая душа, стремящаяся насытиться истоками вечной жизни. Лоза — Христос. Листья лозы составлены из мозаики двух цветов — пурпурного и синего. Это опять знамение воплощения Христа. Красный цвет — цвет крови, синий — небесный цвет. Во Христе соединились божественное и человеческое естества. Жизнь Церкви запечатлена в камне на века. Кажется, будто эти столпы древних христианских храмов до ныне поддерживают небесный свод. На них рука каменотеса некогда изобразила кресты, знак соединения божества с человечеством, древнейший символ, пророчески предуказанный в библейские времена ветхозаветных патриархов и запечатленный в книге книг, в Священном Писании, Библии. Русь еще задолго до святого Владимира приуготовлялась к тому, чтобы стать преемницей и наследницей Византии. Еще в VI веке Херсонес стал христианским. Здесь принял святое крещение и великий князь Владимир, восприяв крест Христов как жребий и свой, и державы, веренный ему Богом. В Херсонесе сохранились руины христианских храмов. На этой земле проповедовал святой апостол Андрей Первозванный. Отправившись из Синопа на северо-восток, в Скифию, он морским путем достиг Херсонеса Таврического, Корсуна. Здесь он проповедовал о Христе иудеям и скифам. Святой апостол Андрей основал в Херсонесе первую христианскую общину в земле, которой впоследствии было суждено войти в Великую Русь. В Херсонесе апостол Андрей осветил храм, ставший центром христианской жизни этого отдаленного владения Римской империи. В 99 году в Херсонес был отправлен в ссылку ученик апостола Петра, святой Климент Римский. До нашего времени дошло его свидетельство, что при нем в Херсонесе христианская община была уже весьма многочисленна. 2000 христиан жили в этом городе. Таков был начальный период христианской истории в Скифии, промыслом Божиим, приуготовлявшейся стать частью Руси, Святой Руси. Собрание Церковно-археологического кабинета Московской академии раскрывает перед нами не только историю церковного искусства, прослеживая эпохи и века 2000-летий бытия христианской церкви. В этих иконах сокрыты догматы веры, незыблемые основания учения христианской церкви, запечатленные в красках и формах священных изображений. Иконография — сакральное, священное искусство. Все в иконе имеет очень важный смысл. Доска, меловой левказ, покрывающий доску, минеральные краски, растертые на яичном белке. Сами материалы — суть символа.
они свидетельствуют, что весь мир служит Творцу. Растительный, животный, неорганический. Увы, иконография нередко воспринимается людьми, чуждыми веры, как некое примитивное искусство, где красоту и совершенство форм заменяет символизм жестов и сюжетов священной истории. Это совершенно неверное представление об иконе. Российский ученый с мировым именем, академик Раушенбах, в 80-е годы 20-го столетия исследовал законы пространственного построения иконы. Результаты его трудов оказались поистине ошеломляющими. Дело в том, что человеческий глаз видит мир действительно так, как на иконе. Но в иконографии этот принцип только подчеркнут. Принцип, получивший название обратной перспективы. Потому что этим икона как бы говорит нам, что не человек, взирающий на икону, есть средоточие бытия, а тот, горний, сакральный мир, Царство Божие, которое нам открывается через икону. Главный храм Византийской империи был посвящен Христу. Собрание церковно-археологического кабинета дает возможность понять основы храмового искусства, перенестись в Византию, в Константинополь, увидеть мысленным взором величественную красоту грандиозного собора Софии Константинопольской. Плавные купольные своды – это символ небесной тверди, простертой над мирозданием, совершенно и гармонично сотворенным Создателем. Так выражена идея гармонии и мира. Через окна льются лучи света, и величественный купол как будто невесомо парит в головокружительной высоте, как будто досязает небес. А под грандиозным куполом Великой Церкви христиане, живые храмы, стяжавшие святость, ставшие обителями Святого Духа. Они едины верой и упованием на Спасителя. Эта Церковь и эта вера не подвластны времени. Святые взирают на нас из глубины веков, сквозь тысячелетия. Они – небожители, ходатые и молитвенники за тех, кто подвязается идти узкой, тесной и кремнистой стезей во след Христа. Они подвигом своей жизни по вере прияли сугубую благодать, и Бог внемлет их молитвам о нас, грешных. Преемницей Византии, Второго Рима, стала Русь, Третий Рим. Русь унаследовала от Византии величайшее сокровище христианской культуры. Духовное богатство, накопленное греческой церковью, она приумножила, дав им новую жизнь под защитой православного государства. В XII веке набеги половцев, опасность, усугубляемая княжескими усобицами, стала причиной возвышения Владимира Суздальского княжества, и Владимир на Клязьме был избран новой столицей, первопрестольным градом Руси. Однако преемственность сохранилась. Как и в Киеве, главный соборный храм Владимира Суздальской Руси был посвящен Богоматери. Это Успенский собор. Красота древнерусских храмов поистине поразительна. Совершенство пропорций, резная вязь белокаменных рельефов, своды над церковными вратами – это не изящный декор, это символика, уходящая корнями в глубочайшую древность.
Так наши предки письменами резьбы по белому камню говорят нам, своим далеким потомкам. Входящему в храм открывается блаженная жизнь. Христианское искусство всегда символично. Высота богословской мысли отражается в образах, избранные для передачи религиозных идей. Голубь, венчающий золоченый крест Дмитриевского собора во Владимире на Клязьме, есть символ Божественного Духа. Эти удивительные храмы – настоящее богословие в камне. Белокаменные рельефы предстают безмолвным и в то же время глубочайшим осмыслением библейской и новозаветной истории. Пророки, праведники, евангелисты, великие святые – их образы навечно запечатлены на стенах этих удивительных зодческих шедевров, вошедших в мировую сокровищницу искусства, свидетельствующего о Боге и служащего к прославлению Христа, Спасителя мира. Небеса, соединившиеся с дольним миром. Возведение человека к постижению высшего смысла бытия. Вот что является содержанием христианского искусства. Будь то зодчество, иконография или певческое творчество православной церкви. В древних образах и ныне ощущается пульс сокровенной жизни. Взирая на эти удивительные творения, выполненные человеческой рукой, ощущаешь действие неземной силы, божественной благодати, соделавшей эти произведения мастеров-иконописцев вечно живыми, могущественно воздействующими на человека, подлинными свидетельствами о Боге, Творце и Промыслителе. Мы созерцаем древнюю икону Московского письма. На ней запечатлены покровители Руси. Небесный ходатай за наше земное отечество, архангел Михаил, чье имя означает «Кто яко Господь», и земной предстатель за Русь святую, ее просветитель и благовестник, апостол Андрей Первозванный. При святом князе Владимире, приведшем ко Христу народ русский, над нашей землей взошло солнце правды. Князья, преподобные, святители Святой Руси, все они свидетели того, что народ, избравший некогда во главе со своим князем идеал подлинной святости, принес вторичный плод сеяния евангельского слова на доброй земле русской. Все они суть покровителей и ходатаи за нас, предстоящие пред Богом о единокровном и единоверном народе своем, до ныне исполняющим высокую миссию свидетельствования о Христе, о небесной правде. Храм Покрова на Нерли. Поистине знамение Святой Руси. Зодческое чудо, свидетельствующее о той высоте богословия, которой достигла Русь, сохраняя духовное сокровище в небесной красоте смиренно-мудрия. Подобно свече устремлена эта церковь в горе, ввысь, к Богу, прославляя Творца, промыслительно устрояющего судьбы народов и мира. Белокаменное зодчество Владимира Суздальской Руси поражает своей одухотворенной красотой, источник которой – божественная премудрость. Святитель Петр, первый иерарх Церкви Русской,
управлял митрополией с 1309 года, пребывая во Владимире, ставшим при святом благоверном князе Андрее Боголюбском столицей Руси. Мудрый архипастырь, духовный кормчий, право правящий слово истины, он прозорливо предвидел великую будущность Москвы. По его благословению Иоанн Данилович Калита начал строительство соборного храма в Москве. Мудрость святителей Руси превозмогала даже жестокость язычников, властвовавших в то время над Отечеством. Покоривший Русь Батый освободил от дани русскую церковь. Ярлык хана Менгу-Темира гласил: «А кто из наших веру русских похулит, тот ничем не извиним и умрет злой смертью». Митрополит Петр завещал похоронить себя в Москве. Он говорил князю Иоанну Даниловичу: «Если меня, сыне, послушаешь, храм Пречистой Богородицы построишь и упокоишь меня в своем граде, то и сам прославишься паче других князей русских, и сыновья, и внуки твои, и град сей славен будет, святители станут в нем жить, и град сей возвысится над всеми градами русскими». Московский князь оказался послушен воле Божией, изреченной ему святителем Петром. В августе 1326 года заложен был Успенский собор в Москве. Через два года величественный храм был торжественно освящен. Именно с этого времени Москва становится центром государственной и религиозной жизни Руси. Возведение великолепных храмов в центре Москвы дало начало каменному градостроительству первопрестольной столицы. Узорочи каменных сводов, богатые росписи, украшающие паперти и врата кремлевских соборов, помимо символического значения, выражают также идею возвышения Москвы Златоглавой, призванную стать столицей Третьего Рима, хранительницей православия, оплота благочестивых самодержцев российских. Растительный орнамент на сводах врат главного храма Руси, Успенского собора Московского Кремля, это не просто богатый декор. Орнамент церковных врат безмолвно возвещает, что вход в храм Божий есть вход в Царство Божие и дверь жизни вечной. Главный храм Московской Руси знаменует собой связь времен. Он посвящен Богородице. Это Успенский собор. Главный храм Киевской Руси тоже был освящен в честь Успения Богородицы. И собор во Владимире также Успенский. Войдем и мы в этот знаменитый храм, величественный собор, созижденный и приукрашенный по воле московских самодержцев, ставших преемниками византийских василевсов, охранителей и защитников веры святой, веры православной. Благолепное убранство собора. На стенах, колоннах, сводах удивительной красоты фрески. Святые церкви небесные взирают сквозь века на нас, живущих и составляющих собой воинство церкви земной, церкви воинствующей против греха и злобы мира, отвергающего Христову любовь к человеку. Священные изображения оживают, когда храм наполняется благоуханием ладана и пением церковного хора, когда в главном соборе Московского государства совершает богослужение первый иерарх Церкви Российской, святейший патриарх Московский и всея Руси.
северных пределах государства Великорусского стоит славный и древний Новгород. В его сердце, детинце, посреди Кремлевской площади, знаменитый памятник, воздвигнутый в честь тысячелетия русской государственности. Скульптор Михаил Микешин воплотил в нем историю христианской Руси. Новгородское княжество входило в состав великого древнерусского государства – Киевской Руси. При равноапостольном Владимире Новгород принял крещение. Тогда же здесь установлена была церковная кафедра, и город стал местопребыванием епископа. Новгород был неотъемлемой частью Руси Великой. Инок Киево-Печерской обители, преподобный Никита, был избран на кафедру Новгорода и 11 лет управлял новгородской паствой. Новгородские святыни свидетельствуют, что не сила оружия способна соединить разрозненные княжества земли русской, а единомыслие и любовь, имеющие один источник – веру Христову. Об этом говорят жития святых новгородской земли, немеркнущих светочей, вожженных светом Христовым на свешнице Церкви Русской. Новгород не испытал опустошительных набегов Орды. Он отразил стремление иноверного Запада покорить северные пределы Руси. Новгород остался свободным русским городом. Из отчей новгородской земли создали за века прекрасные храмы, покоряющие нас своей суровой красотой. На Новгородчине нет твердых пород строительного камня. Этим объясняется лаконизм декора храмов. Его почти нет, потому что розовый известняк-ракушечник, шедший на возведение храмов, почти не пригоден для резьбы по камню. Но простота зодческих форм, лаконизм символических изображений подчинены одной идее – евангельского благовестия, преображающего души людские и душу народа, соделавшим ее неисследимым кладезем духовного богатства веры и благочестия. 5 апреля 1242 года на Чудском озере святой благоверный князь Александр Невский разбил немецких рыцарей. Шведы, ливонские немцы и литовцы были изгнаны из пределов Руси. Земля русская, уповая на помощь покровительницы небесной, отразила опасность, грозившую с запада. Знаменитый Псков. Со второй половины 13-го столетия он стал передовой крепостью в борьбе Руси против Ливонского ордена и Литвы. В ту, исполненную опасности эпоху, Псков выдержал 26 осад, но не покорился завоевателям, приходившим на Русь с запада. В XIV веке город был окружен мощными каменными стенами. Во время Ливонской войны Псков выдержал осаду войск Стефана Батория. Войска Батория, поляки, литовцы, венгры, немцы, общей численностью почти 100 тысяч, окружило город 26 августа 1581 года. Но защитники древнего русского города мужественно оборонялись, отражая многочисленные попытки взять город, ставший неодолимой крепостью. 17 января 1582 года осада Пскова была снята. Войско под знаменами польского короля оказалось бессильным пред стенами древнего Пскова, и Россия была спасена от величайшей опасности, грозившей ей с запада.
Русская история представляет собой непрерывную цепь событий, свидетельствующих о том, что промысл Божий избрал Русь быть хранительницей веры, святого православия. Даже градостроительство Руси запечатлело это. Древнерусский город был не просто центром торговли, ремесел, средоточием жизни. Он отражал в своей архитектуре идею святости. Зодчие городов Древней Руси воплощали в архитектуре образ небесного града, строитель и художник коего – сам Бог. Центром древнерусского города всегда был храм, так же, как средоточием жизни русского человека – церковь. Православие дало мощный импульс развитию русской культуры. Христианство, принятое нами от Византии, оказалось для русского человека тем вдохновляющим источником, который не ограничивается сферой земного бытия, которое дало миру удивительные шедевры христианского искусства. Искусство Руси есть такое же свидетельство о ее сокровенной, духовной жизни, как древнерусская письменность и летописи. Удивительны иконы, созданные русскими мастерами. В них заключена неисследимая глубина догматов. Иконография предстает настоящим исповеданием веры. Столь же символично и православное храмовое зодчество. Церковь, собор, храм мыслится как место особого всеприсутствия Божества в Троице славимого. Исторические изыскания обнаруживают удивительную закономерность. В тех древнерусских городах, которые главным храмом имели собор, посвященный Спасителю или Богородице, градостроительная концепция отражает идею вечности и совершенства. Планы городов имеют в основе своей круг. А круг в православной символике означает вечность. Древнерусский город – это настоящая икона в камне. Важнейшие центры русской земли, наполненными образами нового, небесного Иерусалима. По меткому замечанию современного искусствоведа, то были мерцания идеи, ее вспышки, до окончательного сияния в Москве Златоглавой. Важнейшие тенденции древнерусского града и храмостроительства получают свое развитие и окончательное воплощение именно в Москве, столице. Москва созидалась как духовный центр, священный град, сакральная столица Святой Руси, задолго до падения Византии, засвидетельствовавшей о своем жребии быть третьим Римом, оплотом вселенского православия. В русском языке само слово «церковь» означает и собрание верных, и здание храма, самые зодческие формы которого, священные иконы, имеют литургическую символику, свидетельствуя о нерасторжимом единстве небес и земли в Бога-человеке, Иисусе Христе. Крестово-купольный храм русско-византийского типа заключает в себе одновременно два представления – о церкви как единении верующих и о Царстве Небесном как конечном обетовании веры во Христа. Есть на Руси еще одно поистине святое место. Это обитель игумена земли русской, преподобного и богоносного Авы Сергия. Монастырь, устроенный им во славу Пресвятой Троицы, лежит в одном конном переходе к северо-востоку от Москвы.
паломники, отправлявшиеся в монастырь преподобного Сергия, шли через Радонеж, небольшое селение, городок, в котором жили некогда родители знаменитого подвижника, обедневшие бояре Кирилл и Мария, переселившиеся из Ростова Великого. Смиренная Русь взрастила многие сонмы подвижников, святых, преподобных, угодников Божиих. До нынешнего времени сохранилось древнее городище Радонежа с земляными валами, некогда ограждавшими поселение. Когда-то здесь стояла малая деревянная церковка. Теперь на высоком берегу речки Пажи каменный храм в честь преображения Господня. После смерти своих благочестивых родителей Варфоломей, таково было имя преподобного Сергия до принятия им пострига, ушел из мира. Место, избранное им для жизни, было удобно тем, что неподалеку протекал ручей. Вода была едва ли не более нужна отшельнику, нежели даже скудное пропитание. Так, в глуши Маковецкого леса, подвязался в постах и молитвах преподобный Сергий. И вскоре здесь появилась малая деревянная церковка в честь Пресвятой Троицы. Теперь это знаменитая лавра, известная всему миру, средоточие духовной жизни православной России, сердце Руси. Преподобный Никон, ученик Авы Сергия, воздвиг над его мощами белокаменный Троицкий собор в честь Пресвятой Троицы и, как сообщает житие, в память и похвалу преподобному Сергию, игумену земли русской. Здесь не прекращается молитва. Русские иноки, ревнующие о спасении своей души, молятся Богу об Отечестве и народе православном, о мире всего мира. О святым храме сем, и с верою благоговением, и страхом Божиим входящих вон, Господу помолимся. Троица Сергиева лавра стала подлинным символом собирания Русью духовного богатства, хранимого в единении церковном и нерасторжимой Христовой любви. Ныне лавра – бесценный памятник русского зодчества. Каждый век оставил свой неизгладимый след в созидании этой поистине бесценной сокровищницы русской духовной культуры. Лавра Сергиева – это зримое исполнение обетований, ниспосланных свыше ее основателю, но это и усердие поколений христолюбивого народа Руси Великой, доброхотно отдававшего самое ценное – свои дарования и таланты на служение Богу. С именем основателя всего знаменитого монастыря
преподобного Сергия, народ наш связывает подвиг веры, победивший, как говорит летопись, ненавистную рознь мира сего. Василий Розанов, известный писатель XIX века, в конце своей жизни писал о преподобном Сергии. Божий человек, святая правда жизни. Народ извел из своей христианской души образ праведного человека и им просветил родную землю, и им просветился сам. И дан он просто церковью, в нераздельном слиянии ее с народным духом. В 14 столетии Бог явил на Руси великого подвижника, святого мужа, ставшего навеки водителем исторических судеб России, преподобного Сергия Радонежского. Свою небесную миссию российского путевождя он исполнил, предначертав пути истории державы российской. Свержение иноземного ига, независимость государства московского, прекращение усобиц и разделений княжеских, под единой державой московского государя, объединившего свободную Русь. И русский народ никогда не забудет этот завет. Хранить веру православную. В ней же Отечество наше обрело свое духовное утверждение и государственное величие.